Я должен закончить твои дела? Я на тебя не работаю, а заботиться о животных – это твое дело. Этот взгляд, он по-прежнему действует. Нечестно заставлять меня делать то, что я не хочу. Ну ладно, я переделаю твои скучные дела, пока ты будешь у Зекоры. Кто-нибудь знает, где висит этот длинный список дел Флаттершай? Привет, Флаттершай! А я думала, когда ты придешь? Флаттершай? О, да, это я. Я точно Флаттершай, 100%. О, хорошо. Видишь, какая я скромная? Я разговариваю с животными. Я хочу замуж за Дискорда. Твой список висит здесь. Oh yeah, there's my good old list of chores that I will absolutely not rush through because I definitely do not have better things to do. Так, так, так. Помнишь меня? О, надеюсь, у них будут те вкусные пирожки. Я бы сейчас поел. В прошлый раз ты скупил все пирожки до единого. Я уверен, они рады, что у них появился такой ценный клиент. Привет, Энджел. Что-то случилось? Ты понимаешь, что он говорит? Нет. Прости, Энджел. Тебе, наверное, лучше найти Флаттершай. Если я ее увижу, то передам, что ты ее ищешь. Буду кормить тебя морковкой, пока ты ее не полюбишь. Проверить хобот Мюриэль. По мне и так нормально, если только вдруг не понадобятся эти ключи. Ладно, посмотрим. Помассировать Клементине шею. Заставить скаута сменить ногу. Лучше не будить его. Сделать это с этим и так далее. Звери, 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 звери. Осталось только проверить Геккона Зекоры до отхода ко сну. Ну ладно, давай ты ляжешь спать пораньше. Да, от еды я тоже устаю. Это напомнило мне, что где-то здесь был мой любимый морковный сок. Давай тебя покормим и отправим в страну снов. А что ты ешь? Змейка, давай ты найдешь себе другую еду, а я отдам твое печенье другу. А, да, это нормально. На здоровье. Дело сделано. Не понимаю, что сложного в ее работе. Флаттершай такой нытик. Приветствую, мой пушистый дружок. Ну что, мое зелье тебе помогло? Прости, мой зайчонок. Я очень стараюсь, но без слов я тебя не совсем понимаю. Единственная с миром связь, она, кто понимает. Подруга лучшая твоя, ее нам не хватает. Попробуй все ей объяснить. Узнать ты будешь рад, как только скажешь все ей ты, дела пойдут на лад. Но если друг у друга вы попросите прощения, то, может быть, закончится и ваше злоключение. Флаттершай? Не поможешь мне осмотреть малютку Мюриэль? О,
Она как раз обедает с Антуаном. С Антуаном Питоном? Это было в списке. Помни, что Антуан хочет пообедать с Мюрель. Да не с Мюрель! Он хочет пообедать!